У що може вилитися нове газове протистояння між Україною та Росією? Про це сьогодні відзеркалені. У нас у гостях Геннадій Горностаєв, експерт з газових питань. Вітаю вас. І Ігор Поліщук, політолог. Вітаю. Враді, отже, ви мабуть, вже помітили, що градус коментарів між очільниками української та російської влади підвищується постійно з кожним днем, і все йде до якоїсь такої точки, яку вже називають можливою газовою війною, і пророкують можливі відключення газу знову -таки, на початку року, і те, що Україна буде і далі у невигідних положеннях стосовно отримання цього газу і стосовно ціни на нього, якщо говорити про ці е, коментарі, які є на сьогодні, то президент Янукович чітко е, критикує ті коментарі, які надає е, президент Росії Медведєв. Медведєв, в свою чергу каже, що Україна поводиться не так, як треба. Е, як ви вважаєте, до чого може дійти це протистояння цього разу? Це сложно сказати. Підвідіть майбутнє, знаєте, здав би прикуп. Жив би дуже хорошо. Я думаю, що це дуже... А... сложная тема и действительно за последние буквально буквально недели комментарии накаляются уровень их но у нас же подписаны и действуют два контракта один контракт на транзит газа по которому в общем-то претензии особо не предъявляется и второй контракт на поставку газа контракт если вспомнить историю в свое время Вообще-то для того, чтобы оценить э, сам этот контракт девятого года, надо вспомнить немножко э, чуть дальше уйти. Дело в том, что Украина, последовательно, за 4 года, буквально с 5 по 9, ну, предприняла невероятные усилия, чтобы осложнить себе жизнь с поставками газа. Мне довелось э, участвовать в подготовке контракта на 10 лет, по-моему, в 2009 году, когда мы еще в Харькове был визит. Путина и Кучма подписывали, а подписывал Христенко и Дубина, тогда вице-премьеры. В том контракте была оговорена цена, весьма условная цена, 50 долларов за тысячу кубометров. А фактически э, было записано, что Россия поставляет 25 миллиардов кубометров газа за обязанность Украины протранспортировать Европу 125 миллиардов кубометров газа. То есть цена даже оговаривалось 50 долларов, чисто расчетная. Фактически стоимость газа была стоимость услуг Укртрансгаза по транспортировке российского газа. В пятом году началась кампания по отмене этого контракта, по инициативе украинской стороны. Самое интересное, как невыгодным тогда мотивировали, что мы придем на европейскую формулу покупки газа. И в шестом году был подписан контракт, мы сразу выпрыгнули где-то под 95 долларов. И вот начиная с шестого года до девятого года, за четыре года выросли до формульной цены. И эта формульная цена нам сегодня дает по третьему кварталу, если мне не изменяет память, 355 долларов. И четвертый квартал ожидаем еще рост. Ну, дальше, я надеюсь, будет даже некоторая стагнация. Так вот, Рассматривая с точки зрения этой истории, да, положение Украины, ну, на мой взгляд, достаточно сложное. Нам надо отказаться от контракта, который мы, собственно, каким-то образом уговор умудрились. Другого слова не подберу подписать. А вот в каких условиях умудрились подписать? Почему тогда подписали? Не будет ли повторена эта история вот сейчас с еще более невыгодной ценой? Как вы думаете? Ну, никто гарантий никаких дать не может. Вы видите, что... Вы знаете, я как политолог просто рассматриваю этот процесс несколько в таком геополитическом даже контексте, если хотите. Тут есть чисто экономическая сторона дела, а есть геополитическая. Не секрет, что сегодня в России вот набирает обороты парламентская кампания парламентская, потом сразу же стартует за ней президентская. И ставки в этой кампании очень велики. И если хотите, есть определенная заинтересованность, мне кажется, и у российской, и у украинской стороны вот в некой такой информационной войне. Она вот именно как раз Момент очень удачный для нее. Потому что, смотрите. Как вот... в 2009 году. Да, когда в 2009 тоже были году, в... конечно. То есть сейчас вот мы видим, что почему Украине, например, где-то выгодно вот руководство, такая, ну, может быть, небольшая информационная война. Потому что социально-экономическое напряжение сохраняется. Рейтинги партии власти, мы знаем, сегодня небольшие, мягко говоря. Вот. и вот такие вот информационные войны они как правило способствуют определенной ну, нейтрализации вот негатива, который складывается в, в текущей политической ситуации. Для России украинская карта всегда выгодна, потому что ну, менталитет, политический менталитет россиян он все-таки тяготеет к неким таким имперским ностальгии, к воспоминаниям, вот мы супердержава и так далее и тому подобное. Поэтому... То есть, чем больше в официальных комментариях конечно, первые лица будут ставить на место, более, так сказать, чем Украину, более тем, они тем, жесткие, тем больше у них рейтинг в стране Конечно, будет. конечно. В их стране. И, в их стране. И поэтому здесь даже вот для России, мне кажется, даже вот эти все геополитические расклады и определенные даже мифы, если хотите, вот я бы это мифами назвал, Потому что ну, кто сегодня всерьез станет говорить о возрождении Советского Союза? Никто. Я вам вот просто как специалист говорю, никто. Реальных предпосылок никаких нет и уже не будет. А поиграть в войнушку вот такую, знаете, блицкрик – определенные это вполне до декабря времени не так много а украина очень благодатная тема то есть все это ограничится словами по вашему или дойдет все-таки до тех методов которые применяются здесь применялись будет в 2009 зависеть году? все от то отключения она... газа и так смотрите, далее смотрите здесь будет все зависеть на мой взгляд от того какая конкретная ситуация будет складываться уже к развязке если будет критическая ситуация скажем то есть грубо говоря заигрались то не исключен вариант, я думаю, что и вот этого международного суда и так далее и тому подобное. Если же все-таки они как-то так будут видеть, что в принципе все, что можно, они уже выжили, и надо идти уже по принципу здравого смысла, то я думаю, что вполне могут договориться. Но если я по этапам рассматривать, то первым этапом в этой войне, как вы считаете, это был суд над Тимошенко начало его, или это уже позже тот этап, который касался заявления Азарова о том, что будут сокращать потребление российского газа в Украине? Нет, началось раньше. Суд Еще над раньше. Тимошенко, конечно. Вы смотрите вот, допустим, какие были этапы в обвинении, вот выдвижение обвинения против Тимошенко. Вначале какие-то автобусы, потом еще что-то, а потом уже вышли на газовые вот эти вот соглашения. Поэтому я думаю, что все это началось раньше, действительно, я согласен с коллегой. И суд над Тимошенко это только один из, пепелок, может быть, этапов пепелок. вот этой вот угу. войны информационной, и ее тоже в определенном, ну, в определенном смысле используют. Хорошо, а с чего тогда началось то ну, вы знаете, позволю себе, может быть, чуть-чуть нескромным, но когда была подписана и когда появились через несколько дней после подписания контракты э, в печати, в интернете, я, э, увидев формулу, собственно, формула общеевропейская, действительно, к ней нет претензий, с ней знакомы все, ей пользуются все, но э, базовая цена, от которой пляшет расчет цены ну, всей конечной цены, 450 долларов, в общем-то, это была, ну, ошарашивающая новость. Такой цены, действительно, ни в одной, по-моему, ни в одном контракте другой не существовал. Откуда и как ее взяли, можно только предполагать. Тогда она возникла, есть. насколько я помню, методом шантажа. То есть, а вы не хотите столько, тогда вот вам еще больше. Возможно, я... Я же говорю, если мы будем разбирать в деталях ту историю, по дням, по часам, кто куда летел, кто назад возвращался, какие за этим следовали заявления. Но в конечном итоге контракт готовят и подписывают обычно и нормально. Не два руководителя, а группы экспертов с двух сторон. Они, мне приходилось это делать, я знаю. Мы сидели в последнюю ночь, буквально согласовывали последние буквы запятые до двух часов ночи чтобы только к утру уже положить на стол руководителям на подпись контракт. Как могло здесь две группы, и группы, поверьте, это люди, которые друг друга знают. Они давно и много лет работают, давно готовят такие документы. Как они вышли на эту формулу, как с ней согласились? Я думаю, это уже то Вряд есть, Вы считаете, была возможность не соглашаться с этой Конечно, формулой? Конечно. Я уверен, что была. И что тогда было бы с Украиной? Мы замерзли бы. Ну мы что? 19 дней не имели газа, не имели поставок газа mm. с российской стороны. Я думаю, что еще два дня бы не катастрофа не случилась. Ну а через два Хотя дня кто гарантировал бы, что цена не была бы 550 yeah. уже, например? Ну, знаете сослагательное наклонение в данной ситуации и с моей стороны, и с вашей, Ну, просто ну, жирная политика да и факт да. нельзя, ничего нельзя гарантировать ни то ни другого. Я могу только сказать, что можно предположить, что за основу взяла была взята цена на газ на тот момент, который существовал на рынке евро. Но она выскочила на какой-то момент после 140. Помните, была нефть 140 да. долларов. С лагом на 9 месяцев поднимается цена на газ. Возможно, она на январь выскочила, я сейчас уже не помню. Ее взяли. И это же была докризисная ситуация. Предполагалось, дальнейший бурный рост промышленности, финансов, спекуляций, а цены были спекулятивные. На... Долларов на 40 были цены спекулятивные на нефть 140. И, возможно, не оценили наши руководители. Предполагалось, что будет также бурно расти цены на все, и на нефть, и на все остальное. Никто не ждал э, кризиса 8 э, последующего за этим. Ну, даже если не ожидали кризиса, уже подписаны такие соглашения. Какие есть механизмы для того, чтобы их пересмотреть сейчас? Те шаги, которые собираются предпринимать руководство Украины, как вы считаете, поможет ли пересмотреть эти соглашения и в сторону уменьшения цены? Или наоборот, с вот этой газовой войной придет к еще большей цене? Ну, здесь мы должны просто вот в комплексе смотреть на этот вопрос, на мой взгляд. Тут, понимаете, отношения между Украиной и Россией, они же не ограничиваются только газовыми газовым контрактом. Здесь совершенно есть разные сферы взаимодействия. Есть и торговые у нас отношения помимо газа и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что Украина тоже имеет свои рычаги Рычаги воздействия на украинское, вернее, на российское руководство не газовые рычаги, которые можно и нужно использовать. И второй момент. А, например, какие-то опять флот. Да, не только флот. Флот, как раз, мне кажется, не очень удачный. Не очень удачный, мягко говоря, пример. Потому что, на мой взгляд, нельзя все-таки ну, грубо говоря, политические какие-то аргументы использовать в экономических целях. Тем более аргументы, связанные с суверенитетом. Это неприемлемые э, аргументы в любом случае. Вот, и никакая уважающая себя страна такими вещами, грубо говоря, не торгует. Другие есть элементы. Вот тут товарооборот. Но мы торговали огромный. уже 100 товар, долларовую какие и даже с ней 390, есть же 354 доллара за тысячу кубов. Есть заинтересованности России в наших э, других там, скажем, рынках, внутреннем рынке Украины Поста определенные товары, которые пользуются спросом. Можно же все и это поставить как бы на кон. Второй момент, мне кажется, тут геополитический момент очень важный. И сегодня, наверное, даже вот действия российского руководства, они предопределены не только вот этой внутриполитической конъюнктурой, сколько и геополитическими соображениями, стратегическими. Украина уже, по сути дела, стоит вот, ну как, в приемной Евросоюза, на подпись контракта о зоне свободной торговли и о ассоциации. Конечно, для России это неприемлемый вариант в их понимании. Хотя я думаю, что они тоже очень сгущают краски и зря они это делают. Они вот себе как бы для себя уяснили, что Украина это должна быть государство-сателлит, и какой-то вот такой определенный важный элемент в создании какой-то неоимперии, грубо говоря. Но это неправильно. И многие говорят о том, что наоборот Украина может показать России, вот пример, когда православная страна удачно трансформировала свои как бы внутриполитический свой строй от авторитаризма к демократии.